Всем привет, Филипп, компания Coffee Case. На этом видео я покажу, как закончить работу на кофемашине Доктор Кофе F10, как промыть молочную систему и выключить кофемашину. Нажимаем на три полосочки, держим сервисное меню, вводим пароль. Полная промывка молока. Так, либо следуем инструкции, либо что делаем? Наливаем 500 мл воды, добавляем моющее средство для молочной системы 25-50 мл. После этого перекидываем трубочку из-под молока в наш раствор. Так, вот так. И нажимаем ОК. Ну, здесь снова наша инструкция, нажимаем ОК. Уже все сделали. Сейчас мотор начала очистку. Пока что ждем, ничего не делаем. Ждем следующего шага. Итак, машинка чистила, остановилась. У меня ушло, кстати, больше, чем 500 мл воды, где-то 700. Теперь что она нас просит сделать? Помыть нашу емкость, влить в нее снова 0,5 воды, можно влить чуть побольше, и нажать ОК. Это и делаем. Набрали водичку, нажимаем ОК. Теперь она должна промыться от моющего средства. Ждем. Прошла еще одна минута, кофемашина очистилась, нажимаем ОК. Молочную систему мы помыли, теперь нам нужно опустошить все поддоны перед тем, как ее выключить. Нет, лучше после того, как выключим. Так, очищен. Помыли. После этого нажимаем три полосочки. Выключить. ОК. ОК. Удалите трубку из емкости с молоком. В общем, перед тем, как выключать кофемашину, в любом случае, в молоке оно стояло или здесь, но будет здесь, потому что будете чистить. Вставляем трубочку вот сюда, в специальное гнездо. И нажимаем ОК. Кофемашина должна еще дополнительно немного промыться. Вообще желательно, конечно, использовать какую-нибудь емкость под слив именно на этой кофемашине, потому что поддоны под слив не такие большие, кофемашина будет часто просить, чтобы опустошили передний поддон во время промывки. А вот теперь более правильно будет как раз таки опустошить поддон. Вытаскиваем на себя контейнер поджимных, моем. Передняя вот эта деталька тоже у нас отстегивается, тоже моем. Водичку смываем, все протираем. Итак, все помыли. Собираем все обратно. Кофемашину дополнительно протерли тряпочкой. Все готово.